Здравствуйте, дорогие друзья! Я преподаватель Центра детского творчества «Строгино» Грекова Наталья Валерьевна. Что любят наши мамы? Наши мамы любят, конечно, цветы. Мы будем делать декоративное панно из глины «Ирисы». Вот такой эскиз я подготовила. Возможно, что-то и поменяется по цвету или по расположению лепестков, но эскиз необходим, потому что глина – такой материал, из которого нужно быстро работать, так как она быстро сохнет. Для панно нам понадобится вот такой холст на картоне, я использую. Размер может быть любой, в зависимости от того, кому вы будете дарить, где будет находиться потом ваше изделие, где будет оно висеть. Вот такая нужна будет глина корейская. Корейская глина, она бывает килограмм и полкилограмма. Вот у меня килограммовый кусочек, я думаю, он у нас весь уйдет, потому что у нас картон приличного размера. Глине, конечно, нужны вот стеки, которые нам помогают лепить. После того, как наши ирисы просохнут, их нужно будет разукрасить, расписать. Расписывать мы будем их акриловыми красочками разных цветов. Так как ирис цветок разноцветный, тем более я здесь три разных ириса использую. Вот такие акриловые краски нам нужны. Конечно, нужны кисти, синтетика, щетина, стаканчик под воду. И палитрочка, на которой мы будем смешивать. И в завершении нашей работы, когда все уже мы сделаем, слепим, разукрасим, нам нужно будет наклеить наши цветочки вот таким клеем-герметиком прозрачным на наш картон, чтобы все зафиксировать и закрепить. Можно, конечно, лепить, раскатывать пласт из глины, тогда ничего не придется приклеивать. Тогда наши ирисы просто с холстом хорошо приклеиваются, глина на глину. А так как у нас будут цветы из глины, а холст на картоне, поэтому нам необходим будет клей. Вот и все, приступаем к практической части нашего мастер-класса. Thank you.
После того, как мы слепили наши изделия, наши ирисы, прошло буквально 2-3 дня, и уже можно приступать к росписи. Вот так выглядит глина, когда она уже просохла в естественных условиях, при комнатной температуре. Вот так посветлели наши цветы, и они очень хорошо уже отходят у нас от нашего холстика на картоне. Мы сейчас их снимем и начнем расписывать. Сначала мы распишем наш фон, а потом уже будем расписывать цветы. И после того, как все просохнет, мы приклеим их нашим герметикам.
подошел к завершению наш мастер-класс. Я поздравляю всех мам с праздником. Я желаю всем крепкого здоровья, творческого настроения. Приводите своих деток к нам в Центр детского творчества «Строгино». В частности, ко мне в мою студию «Коллаж». Будем лепить, рисовать. Вот такое декоративное панно у нас получилось. Благодарю всех, кто был со мной. До свидания.